Первой остановкой нашего маршрута стал детский сад номер 12 «Семицветик». Практически все насаждения на его территории появились благодаря акции «Наш лес, посади свое дерево» и рукам воспитателей и родителей. Теперь здесь растут липы, клены и березы, сирень, чубушник и форзиция. Заботятся о них всем детским садом. Ухаживает весь коллектив. То есть, если погода сухая, мы деревья поливаем. Конечно же, два раза в год окапываем деревья, обрабатываем стволы. С любовью относимся к нашим насаждениям. Бережем, детям объясняем, что нельзя ломать ветки, чтобы они тоже аккуратно, когда играют, бегают, берегли деревья. Во дворе дома номер 25 по проспекту Ленинского комсомола жители тоже внимательно и бережно ухаживают за уже подрастающими саженцами. Эти все клены, которые вы видите вдоль дорожек, это все были посажены жителями нашего дома. Яблони, вишни. В основном смотрим, чтобы дети не ломали, собаки не гадили. Пластиковыми бутылочками обворачиваем, да, чтобы не погибли сразу на корню. Но если сухое время, значит, поливаем. Вот собственники, жители ходят, контролируют. Следует отметить, что у людей сформировалось чувство ответственности за сохранность высаженных деревьев и кустарников. На эту позитивную тенденцию обратили внимание в отделе по охране окружающей среды Ленинского района. На первом этапе таких акций, да, жители сажали и очень хотели, надеялись только на муниципальные службы. Сейчас жители уже сами в заявках на просьбу поучаствовать в акции. Они пишут, гарантируют свой личный уход за саженцем. Поэтому это большой плюс. Теперь высаженные деревья в надежных руках людей, которых в эту субботу вновь объединит акция «Наш лес, посади свое дерево». Масштабная высадка саженцев начнется в 10 часов утра. Всех жителей Ленинского района ждут на 58 площадках. Найти точные координаты можно на интерактивной карте сайта посадисвоедерево.ру. Екатерина Коваленко, Алексей Руднев и Елена Кошлева. Видное ТВ.